Ах да, точно. Доброго времени суток, с вами канал Зяблик, и мы играем в Mirror's Edge, и смотрим ролик. После того, как мы в прошлой серии упали вниз. Давайте пропустим. Он на одной из крыш на бывшей тренировочной площадке бегущих возле дождевого коллектора. Правда, там все кишит копами. Но ок. Продолжается расследование дела об убийстве прокурора и кандидата на пост мэра Роберта Попа, найденного мертвым в своем офисе. Полиции удалось задержать. В общем, как бы сказать помягче, гонят все на бегущих, то есть на вот этих вот главных героев все гонят, что это типа они убили этого Попа. Поп это типа тот, кто в мэры баллотировался. В общем, хороший, четкий чувак. И мы его типа убили. То есть хотели подставить подругу ее, да, подставили, оказывается, бегущих. Сваливаем! Я помню тут, куда бежать, так что ничего страшного, мы не умрем. Меня не предупреждали, я как бы сказал. Не, ну я знаю, что меня предупреждали, но нет. А, чё? Нет, 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 нет. Иди нафиг! Нас его там шмаляет. Ух ты! Близко. Довольно близко. Ну, как минимум. Да давай же свалится. Да я понимаю. Вот там еще копы. Их тут дофига как бы. Уху! Коп. Лол. Лол. Ух ты, попал! Красавчик. Сваливаем. Сваливаем. Я знаю. Дергаем, 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 дергаем. Давай, давай, давай. Быстрее, Фей. Давай. Дергаем. Отлично, отлично. Теперь валим. Все, 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 супер. Оба. Оба. Не, ну это все на изи. Давай залази. Залази, все. Фух! Свалили! Свалили. Как нифиг делать. Но это все легко. И вот так вот это тоже можно. Но это я знаю, да. Бежим, 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 бежим. Там копы везде. Я все это помню. Потому что я это недавно уже прошел, а вот дальше я не помню. Так, а, не туда. Не туда. Опять ошибочка. Я так в первый раз ты еще пробежал. Ты с ним можешь попробовать подраться с копами, но я не советую. Я не собираюсь. Помню, раньше, когда было нечего делать, я дрался с ними. Но сейчас как-то огребу, чувствую. Да, вниз. Теперь сюда. Отлично. Отлично. Сейчас мы должны просто вниз спуститься. И там будет канна. Да. А не туда, да. Не туда побежал. Сори. Бежим! Бежим! Блин, стреляют! Ты куда залетел? Права! Где купил? Ау! Да боже мой, а? А, ты можешь по стенкам же бегать, точно. По стенкам же быстрее. По-любому. Не заметили. Как бы помягче сказать. Я тут немножечко нашумел, но они меня по-любому не заметили. Я с тобой полностью согласен. И глаза бегущего все-таки помогают. Хотя это и так было очевидно, куда бежать тут-то. Фига напрыгать. И вниз. Так, куда? А, сюда. Окей. И вот так вот. Так, тут на кнопочку, да? Да, я помню. Блин, кроме. Здесь 15. Еще 15. Я понял, понял, кажись. О! Ух! Прям просто. Что-то ФБС появился. ФБС что-то опять просело. 30. Довольно странно. Тут же нет ничего такого, чтобы оно просело.
Как минимум не понял. Чего тут открылось-то? Я не понял. Понимаю, что открывается? Где что открывается? А? Давайте яркость выкрутим, потому что тут вообще ничего не видно. Типа так что-то будет видно. Это тупой уровень. Но он прикольный, но тупой. Одновременно. Ну туда тут со снайпы вроде бы пострелять, как я помню. Господи, все отлично. Для меня уже все отлично. Он там что-то говорил, не надо, да. Громкость. Я просто тут звуки поднастраивал. Все-таки громкость диалогов не надо убирать. Плохо тебя слышу. Была бы у нас связь помощнее. Звуки спецэффектов, они очень громкие, а вот диалоги тихие. Это довольно странно. Все это я на изюшке, блин. Давай, теперь туда. Двигай дальше, не надейся, что копы обломятся, лезь сюда. Не обломятся. Что-то поймал на их канале. Похоже, они догадались, что ты тут вынырнешь и разместили впереди снайперов. Как я и говорил. Ну да. Как я и говорил, что тут будут снайперы. Сейчас мы у них заберем их не в винтовочку, чтобы не стреляли. Я чуть не упал. Было бы как-то печально, если бы я бы упал. Фига она как драпанула. Как будто, вот знаете, вот сейчас такое ощущение, как будто я бегаю просто по кругу. Разберись с этими снайперами или не попадайте им на глаза, но главное, сваливай. Спасибо. Чё ты сказал? Забери! Блин, не на ту кнопку целиться, я забываю все. Какую целиться? Так. Чё тут? Ну окей, ага, ну да, ладно, это же все реалистично. А, вот это, кстати, прикольно сейчас будет. Но надо было снайперку у него забрать. Блин, я лоханулся. Лох. Может, мы у них забираем? Попробуем реально у них забрать. Я забыл, она может соскользнуть, как я помню. Если вода течет. Вроде бы может соскользнуть. Давайте у них попробуем забрать снайпу. Сейчас на них запрыгнем и заберем у них. Их не! Ладно, 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 все. Ошибку понял. Ай, куда? Ладно, еще раз. Дубль 2, дубль 3. Ну, 3 раза. 3 раза в одну не попадаем, так что все. Как я помню, не помню я куда бежать тут. Да я не помню, куда бежать. Нифига она разогналась. Полегче. Так, не помню, что сделать, чтобы куда. А, вот. Куда бежать. Давай запрыгивай. Хоба! В лед! Они внутри сваливают! Да я понимаю! Куда? Какую кнопку? А, во. По-быстрому, куда? Да ё-моё. Давай! Давай, по-быстрому. Сейчас все будет. Вау! Ну, полетели! О, точно, да, тут нужно же прыгнуть вовремя. Блять. А, нет. Тьфу. Вспомнил. Тут я так тупил, помню раньше. Но я вспомнил все. Конечно, да, самая-самая моя глупая ошибка. Наиглупейшая раньше. В 2009 году, когда эта игра только вышла на ПК, потому что у меня не было консоли. В 2007 году, как я помню, когда она вышла. И вот тут сейчас тормозим.
И теперь сбоку проходим. Как все элементарно, да? Было бы намного круче, если бы можно было бы перепрыгнуть. Но нет, давайте мы сбоку просто пройдем. Там больно падать, наверное. Наверное. Я не уверен даже. Давай. А почему только 15 секунд двери открывать? Почему нельзя открыть? Прям там, не знаю, побольше, почему нет? Я знаю, что Найт где-то рядом. Где там наша ночь? Ай, ну вот сидел. Это я типа из другой, что ли, дырки вылезаю? Как я понял. Дырки, что это вообще такой кратер? Назовем это кратер. А это как игра кратер, ну как, это не кратер. Так вот. Блять! А! Что ты такая слабачка? Что ты постоянно падаешь, а? Давай, вот так вот. Мне так бесит по этим трубам лазить, это так долго. Ай, я на shift нажал, зачем? Что, блядь, нахуй? Ладно. Попробуем еще раз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, мне не нравится просто по ним лазить. Ох. Плохо, неплохо. Труба. Руки видно. Руки это отлично. Особенно правая перчатка. А почему она красная? Вот мне интересно, может это какой-то намек? Типа на то, что все что тут красное. Да блять! Раком! Трючил. Блин. Как я люблю лазить вверх по этим духам. Это просто зашибись. Просто отозвись. Есть! Продолжаем! Так, а теперь куда? Выше. Выше. Все выше и выше. Я помню, как там. Где-то что ли? В метро, что ли, такая миссия была? А, на название миссии, вот. Только я точно не знаю. Ну, возможно, в метро 2034 или как-то. А, Last Light. Или. Last Light же, да? Блин. Как-то я даже забыл полное название метро нового. Last Light. Dead Light, нет. Нет, Last Light все-таки, да. Остановимся на этом. Что мы заговорили про другую игру? Давайте поговорим о Mirror's Edge. Это просто офигенная игра. Я люблю лазить по трубам. Не знаю, как я раньше не любил лазить по этим тупым трубам, как и сейчас не люблю. Но графончик тут графонистый для 2009 года. Хотя я не хочу сказать, что в 2009 году был говнографон. И что дальше? Не понял. А, окей. Сейчас мы запрыгнем, я уверен. Давай, бегущий. Отлично. Буду присаживаться. Хоп-хоп-хоп, чинок. Так. И вот это самое интересное. Ну что, повеселимся. На тебе, блядь. Съёбать! А! Меня убили. Ладно, так, дубль 2. Ладно, все, я больше не буду так отвечать просто. Мой план провалился. Где еще тут? Есть у них что, дробовики, что ли, то? Ах, так. Сразу же отбираем дробь. И валим. Тихо. Сейчас мы с ними повоюемся. Да где еще-то стреляют, а? Да блин. Ладно, все, воевать не будем. Давайте попробуем что-нибудь интересное. Сейчас мы что-нибудь замутим. Так, что у нас есть? Давайте... Подручные средства. У нас есть кулаки. Давайте побьем нескольких кулаками, потом заберем какую-нибудь пушку. Там, например, двоих там убьем с кулаков, потом заберем пушку. Это самый, я думаю, нормальный вариант. Давайте сделаем вот так вот. Сейчас мы их обхитрим, типа мы залезли наверх, да? А на самом деле мы сейчас на них
Сверху, да давай запрыгивай ты, ё-моё, а. А, нет, 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 ладно, все, забыли, все, не будем так делать. Дробовики пострелять, это все не для Mirror Sage. Mirror Sage — это игра, где нужно убегать. Просто как крыса, убегаешь. Просто постоянно бежишь. В постоянном страхе, что тебя убьют. Вот это, я понимаю, игра года. Куда бежать? Я не помню. Ладно, вспомним по пути. Освежим память. Слушайте, случайных тут не нужно перебить всех. Нет, ладно. Щет! Ладно, сейчас придумаем. Я просто не помню, какую кнопку, чтобы... Да, точно. Настройки управления. Идти, поворот, действие. Смотрим, понимать, задача. Подсказка. Ага, мне нужно что-то здание. Точно. Мне же нужно сейчас через забор сигануть. Это довольно глупо было, но мы сейчас вот так сделаем. У них же дробовики, они нам ничего не сделают на большом расстоянии. С накаркой тут влетом. Какая-нибудь пуля шальная. Точнее, дробинка будет. Да вижу я эту дверь. А, на машину нужно запрыгивать, я помню. Нет, 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 отдай свой дробь, отдай свой дробь. Стреляем, блядь, и убегаем. А! Нет, ладно. Попробуем. Попробуем сейчас просто без. Без убийств. Я уж сколько тут пытаюсь пройти, это ё-моё, эту миссию. Да, без убийств попробуем. 20 FPS. Да нормально, почему нет? Зачем мне мои все драгоценные 60 FPS? Ну, как минимум. Давайте 20. 20 намного круче, чем 60. Это как пинг, только наоборот. Ох ты ж, не дитя. Ну тогда они уж стреляют нормально. Ау! Запрыгивай! Фейт. Епт. Отлично. Вообще нормально. И влетом! Нормально, все, свалили. Крыска. Так, лифт. Давай, нажимай, 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 нажимай. Слушай, Джек Найп может знать что-то о смерти Поупа, только не давай ему злить тебя, лады. Ну, когда-то он был неплохим бегущим. Сейчас даже не знаю, на кого он работает. Ага. То есть, Джек Найт этот раньше был бегущим, но сейчас непонятно, на кого он вообще работает и что он делает. Кстати. С первым снегом. Ну, у кого как. Привет, о. Джек Найт, ну-ка, стой, мудак, хренов, я тебя догоню. Ты, да, прикольная миссия тоже за ним бегать, паркурить. А то мне вот этот вот канализационный паркур поднадоел. Ну я тебя догоню, я же знаю это. Точнее, я тебя не догоню, ну пофиг. Хотя я не помню, слушайте. Главное вовремя нажать Shift, который я сейчас не прожал. Ну а вы главное вовремя нажимаете Shift. Хотя уже всю эту игру должны были пройти. Как и Burnout Paradise тоже недавно купил, потому что игра офигенная. Хоть она и старенькая, но просто одна из самых лучших гонок. Давай, запрыгивай. Блин, он еще и троллит меня, слушайте. Он уходит, Фейт. Куда он уходит? Я прям за ним бегу. Сам ты Фейт. Да ебтите тебя за голову. Как-то не гламурно, не кошерно. Вот, перекатился. О, я угадал, кстати, куда бежать. Я так-то думал, что нужно было через забор там сигануть, но ок. Побежим тут. Вот, говно. Синие лифты, красные лифты, желтые лифты, зеленые лифты.
Ага, окей, ролик. О, красавчик. Ёбнулся. Ты можешь как-то до него добраться? Бегущий, блин. Пусть тебе бегущий. Джек, как тебя там? Если ты так тупо падаешь. Так, что повисался? А. Типа подсказки просто нету, вот все повисло, типа. Ух, я думал, сейчас упадет. А, понял, понял. Так почему у меня, кстати, глаза бегущего не активируются? Они активируются, слушайте. Это я просто такой не глаза. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Куда дальше? А, сюда. Бру, холодно как-то. Ну, мне холодно, почему-то не знаю даже. Ага, я тут-то... Ну что, Джек? Ку-ку, ёпта! Я знаю, зачем ты пришла, детка. Лучше скажи, как Икар связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все копы. Значит, ты ослышался. Тебе нравится Байбап, Фейт? Поуп был фанатом, серьезно. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника. Трэвиса Бартл. Когда-то тот выступал под именем Роббер. А мне-то что с того? Роббер, ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают, где их место. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думай, что есть рыба и покрупнее. На твоем месте я бы хорошенько расспросил этот кусок дерьма. Удачной охоты, Пейти. Слушай, не уверен, что стоит идти к этому Роуберну. Хочу навестить Миллера. Фейт, что ты делаешь? А Джек, найди ему, расскажешь. Не сейчас. Он коп. Что бы ни говорила Кейт. Окей. Видишь его? Лейтенант Миллер? Я Кейт. Кейт Майстер. Не знал, что у меня есть сестра. Мы не будем говорить о себе. Она просила найти вас и взломать дверь. Тут же она исчезла. Ладно. У Руперна есть офис Z Barkel International Shipping возле метро Райден Парк. Там должен быть большой щит наверху здания, ориентируйся на него. Слушай, я как-то видел бой Руперна, он сломал руку своему сопернику, а потом и судью размазал по рингу. Если Руперн действительно замешан... В общем, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока и хорошего настроения. Пока.